Так, 66-я серия участка маршрута Москва, участка Мурманск-Магадан. Шестой день движения. Вот здесь обратите внимание на название населенных пунктов. Вот они, эти населенные пункты, они носят фамилию основателя. Каждый населенный пункт фамилию основателя этого поселения. Трудно передать атмосферу, чувство, ощущение, но какое-то теплое ощущение вот во время движения, чувствуешь какую-то особую атмосферу, что ли, особую энергетику. То, что воздух чистый, свежий, ну, это я отвечаю на комментарий Саммервей в Костромской области, в деревне, наверное, хорошо. Много леса и свежий воздух. Да, совершенно так. Но кроме воздуха, я говорю, трудно передать словами вот какое-то ощущение теплоты, что ли. Какое-то, ну, особое чувство. Будете ехать, передвигаться, обратите внимание на название. Так. Я, насколько это было возможно, максимально попытался название этих населенных пунктов вывести в титры. Так что у вас будет возможность в этом убедиться. Теперь относительно съемки. На участке Москва-Мурманск я неоднократно возвращался, да и, наверное, после этого, какая передо мной, какую поставил перед собой цель и что я преследовал. Во-первых, самое главное – это снять состояние дорожного полотна, инфраструктуру и с максимальным качеством передать красоту окружающей природы. Поэтому я выбирал, на мой взгляд, самую оптимальную скорость движения, потому что при больших скоростях начинается дрожать камера, начинает дрожать видеорегистратор, и даже система дрожания и удаления, есть такая функция настройки удаления дрожания камеры, даже она не спасает. Кадры получаются смазанными, ну и не могут передать в полной мере ту красоту. Хотя должен сказать, что и этот регистратор далеко не совершенство. Невозможно было подстроить цветопередачу. Ну, насколько было возможно, я вручную подстраивал экспозицию, но вот умножайте на 2. Красоту окружающей природы умножайте в 2 раза красивее, в 2 раза лучше, не менее. Это, говорю, шестой день маршрута. На привал, на ночевку остановлюсь в городе Киров на площади торгово-развлекательного центра.
Ну, скорость выбирал не только из-за того, чтобы не было дрожания, хотя это было основной причиной, основным требованием, основным критерием, но и расход бензина, потому что на скорости 85-95 километров расход бензина, согласно инструкции, был самый оптимальный. Должен сказать, что на некоторых участках, на прямолинейных, там, где не было подъемов, спусков, вот удавалось в течение дня достигать расхода 4,1-4,2 литра на 100 километров. Ну, автомобилисты знают, что это такое. Там, где серпантин, там, где подъемы, спуски, там, конечно, расход бензина был повыше и 5, и 6, и даже, по-моему, до 12 литров на 100 километров доходило. Например, на трассе R504 приходилось двигаться со скоростью примерно 20-30 километров в час. Но не буду забегать вперед, это все еще предстоит посмотреть вам. Ну а сейчас просто смотрите видео, наслаждайтесь природой.
Кировск, да, остановиться на стоянке гипермаркета. Впереди камера.
канале. Чё, как мажор, чё, я, блядь, догоняю. Да нет, у меня на этом идет, вот так, круиз-контроль. Я выбрал такую вот скорость. Ну, давай, давай, ёпта, ты что там будешь? Кого я держу? Ну, посмотри. Ты за мной идешь, что ли? Да я знаю, я еще за мной иду. Сейчас освобожу место. Кто-то поливает смело. Нет, у меня другая цель. Я снимаю видео о дорогах России. Чтобы не было тряски, чтобы видео было качественное, поэтому я двигаюсь со скоростью до 90 километров. Это очень хорошо, ну давай поедем хотя бы 95. Хотя бы 100. Хорошо, давай обойди меня, и я этот, попадешь на камеру и засветишься потом в интернете. Ну, на себя посмотришь, детям своим, внукам покажешь.
58 километров. Заковцевы. Вот опять семейный клан. Поселение рода. Тоже маленько обвязанный. Чем холоднее, чем жарнее, да? Thank you.
Интересно, да? Что населенные пункты называют фамилиями. Thank you.
Алло. Да. Нет. А что там такое? Залили? Ага. Там надо, наверное, через пробку это образовалось. Ой, блин, пробка, наверное, воздушная. Поднялся сушилки. Подожди, это отопление у тебя там? Или от горячей воды сушилка? А так, есть вода? Ну, в кране. Ну, значит, пробка у тебя в сушилке. Ну, не знаю. Надо прогонять ее. Надо их позвать, как сантехников. Дежурных. Или их облакать, если они посмотрят. Ну, может быть, да. Давай, да. Да, наверное, лучше всего с ним. Давай. А так, 300 километров запас хода, 5,2 средний расход на 100 километров, 727 пройдено, 66 километров средняя скорость. Это показания панели приборов. Сколько там? 40.
43 километра до... до финиша.
стоянку, а потом уже искать. Заправки. 280 запас хода. Припозднился я что-то. Рассчитывал раньше быть. Наверное, с часов я придавил. Вот оно сказывается. Нету пятачков, чтобы съехать, да разобраться, где остановиться на ночь. Через 500 метров круговое движение, первый съезд.
Будем искать парковку. Ты ё-моё, сети нету, блин. Эх, твою мать. Тут тебе и мегафон. 27 километров до Кирова. И нету интернета. Ну ты идешь как-то, подруга. Тетка.